Я больше никогда не напишу привет, чтобы потом часами ждать твой ответ. Опять не нарисую твоего лица, мне так противны твои глаза. Вместо кофе на завтра кислота. У тебя правда бесит моя прямота. Ты не настолько хорош, чтобы меня убивать. Ну сколько можно твою мать? Я никогда не пойму, что движу тобой. Стал моей главной бедой. Перестань искать встреч, не становится легче. Теперь ты мой заклятый враг. Я никогда не пойму, что движу тобой. И в этом году стал моей главной бедой. Перестань искать встреч, не становится легче. Теперь ты мой заклятый враг. То есть ты на полном серьезе, после всех своих дьявольских деяний, которые ты совершил, берешь свой телефон и пишешь мне привет? Серьезно. Ну и что ты хочешь, чтобы я тебе ответила? Что? Душевная встреча прошла на отлично. Через час я в игноре, все совсем как обычно. Только в объектив